100 дзюдоистов со всех уголков региона поборолись за право называться чемпионом и отстаивать честь Самарской области на первенстве Приволжского федерального округа. В погоне за медалями сошлись юноши и девушки 2003-2005 годов рождения. Это первенство – один из важных шагов на пути к чемпионату России по дзюдо. Ежегодно у нас отбор по каждым возрастам происходит. Ежегодно. До 13, до 15, до 18, до 21, до 23 и уже взрослые. По каждому этому возрасту проводится отбор. За медали соревнований боролись как новички, так и уже именитые спортсмены. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер один Максим Костюничев в прошлом году, выступая за сборную Самарской области, принес региону золото на первенстве Приволжского федерального округа. В этом году парень отметит крупный юбилей – 10 лет своей спортивной карьеры, поэтому собирается как минимум повторить результат. Для этого усердно тренируется 6 раз в неделю. В этом году я занимаю худший, повторить результат. Ну, хотелось бы его улучшить, конечно. А улучшить это как? Первое место? На Россию нужно поехать и выиграть там. Судьи отмечают, самарские дзюдоисты традиционно показывают хорошие результаты. В прошлом году наши спортсмены в составе сборной региона на первенстве Приволжского федерального округа принесли в копилку 3 золота, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Сейчас федерация надеется вновь увидеть лучших самарских дзюдоистов. Сначала на первенстве ПФО, которое пройдет 15 октября в Оренбурге, а затем на всероссийских соревнованиях. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.